В юности меня часто мучил вопрос, как завоевать интерес девушек, как выделиться среди сверстников. Сейчас я знаю на него ответ. И это: станьте самым интересным человеком в комнате. Что это значит? Это значит стать самым развитым профессионалом, понимающим и знающим что-то очень глубоко, разбирающимся в тематике своего вопроса и умеющим так интересно об этом рассказать, чтобы даже человек, не сведущий в этом вопросе, заинтересовался и тоже увлекся этим делом. Гарантирую, интерес у девушек или у других ребят будет обеспечен на 100%. Кроме этого, вы сможете стать действительно экспертом и вырасти в этом, а это принесет и деньги, и успех, и богатство. Как результат правильно организованной деятельности. Побочный продукт. Удачи!